В период с 15 января по 27 апреля 2020 года на ремонт закрывается Лысогорский тоннель, находящийся на линии Краснодар-Горячий-Ключ-Туапсе. Между Краснодаром и Горячим Ключом будут курсировать только три пары пригородных электропоездов в день. Между Горячим Ключом и Туапсе отменяется все пассажирское сообщение. Все пассажирские поезда на время ремонта перенаправлены на линию Ростов-Армавир-Туапсе. При этом назначен дополнительный поезд номер 664/663 Ростов-на-Дону-Адлер, курсирующий через Краснодар. Время в пути из Ростова в Адлер составит 19 часов 7 минут, из Краснодара 13 часов 22 минуты, обратно 21 час 26 минут, в Краснодар 16 часов 13 минут. В состав поезда включены как плацкартные вагоны, так и 4-местные и 2-местные купе. Также добраться к морю можно будет по единому билету поезд плюс автобус. Автобусы отправляются от привокзальной площади Краснодара и через 4 часа прибывают в Туапсе, где производится пересадка на поезда «Ласточка», следующие сообщением Туапсе, Адлер, Роза Хутор. Стоит заметить, что на данный момент дефицита билетов нет ни на прямое, ни на пересадочное сообщение.